Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Алексей Василенко и добро пожаловать на мой канал «Обзор товаров на AliExpress». И сегодня у нас вот такой замечательный фонарик, о котором я расскажу вам немного позже. А перед тем, как начать, я хочу порекомендовать вам отличный сервис по возврату наличных денег, которым пользуюсь лично я каждый раз, когда покупаю что-либо в интернете на сайте AliExpress. Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте epn.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив. Сервис действительно работает. На некоторые товары кэшбэк составляет до 15%. Ссылки в описании. Вот заказал я вот такой фонарик из Китая. Стоит 150 гривен. Вы знаете, очень качественный. Посмотрите, какой тут стоит огромный кристалл. Ночью светит очень хорошо. Тем более, можно сделать как точку, так и широкий круг. Вот здесь так и нарисовано. Сделанный он из алюминия очень качественно. Настоящий тяжеленький такой. Корпус, естественно, противоударный. Здесь можно открутить вот линзу вот эту. Так это выглядит изнутри. Резиновая кнопочка. Ремешок и шел в комплекте. Здесь откручивается под батарейку. Здесь вот такая плотненькая резиночка, чтобы влага не попадала. Внутри вот так это все выглядит. Это все на пружиночке. Здесь и шла вот такая обойма, но без батареек. Батарейки здесь мизинчатые. Формата ААА. Они в комплект не входят, но в комплект входит еще вот такая штучка под аккумуляторную батарею, которая тоже в комплект не входит. Я ее покупал отдельно за 25 гривен, но она, к сожалению, села. Зарядное я тоже заказал к этой батарейке, но оно еще с Китая не пришло. Маркировка данного аккумулятора 18650 на 4,2 вольта. Заявленная мощность 8800 миллиампер часов. И вот здесь вверху написано «Литий-ион речейнджер». То есть означает, что можно это все дело перезаряжать. Возможно, я аккумулятор куплю еще один такой. Вдруг нужно будет быстро заменить. Пока заряженный поставил, этот поставил на зарядку. Вот здесь я уже немножко погнул. Здесь тоже. Вот так это все дело на пружинке. Сзади это все выглядит вот так. И выдает это все дело 4,5 вольта. Ну и последним этапом давайте это все дело проверим на работоспособность ночью. Давайте выйдем на улицу. Я стою от стены дома на расстоянии приблизительно 2 метров. Перед вами я светю на белый кирпич большой. Это сейчас на маленьком зуме. И здесь я зум увеличиваю. Вот так вот. Ночью видно очень хорошо. В целом я фонариком очень доволен. В хозяйстве этот фонарик должен быть у каждого. Поэтому если вам честный обзор понравился, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А с вами был Алексей Василенко. Пока!